улыбчива во всем настроении, решила связать несколько мишек. Так как у меня остались с прошлого года красивые золотые елки, и я решила сделать 8 медведей к Новому году, чтобы использовать этот новогодний декорчик. Это заготовочки. Те зрители, которые со мной уже давно, видели их не раз на моем канале. Ну а для тех, кто недавно ко мне присоединился, я думаю, будет интересно на них посмотреть. Это заготовочки на мишек. Есть ручки, ножки, ушки. Это я все разложила сейчас по отдельности. Буду сшивать, оформлять и сразу же вам и покажу, что у меня получилось. Еще буду оформлять ленточками, завязывать им на шейку бантики красивые и в ручки давать вот такие золотые елочки на шпажках. Я их делала в прошлом году, ну так как Новый год, решила достать все, что у меня запасы с прошлого года остались, и использовать их сейчас. Итак, буду оформлять свои мишутки и сразу покажу, что у меня получилось. Все детальки своим мишкам я уже пришила, ручки, ножки, ушки. Осталось теперь оформить мордашку. Я буду крепить пластиковые носики, пришивать глазки, бусинки, завязывать бантики и в ручки давать золотые елки. И покажу уже полностью готовых своих мишек. И вот результат моей работы. Мишки получились красивые, нарядные и новогодние. Я обожаю этих малышей, еще вижу зайчиков таких же, но сейчас мне захотелось только мишек. Я вяжу их и весной, и летом, и осенью, и зимой. Так что это мои одни из любимых игрушек. Они маленькие, они милые, и несмотря на то, что они грустные, я их очень-очень люблю.